К вам спешим, мы летим, яркий свет. Производство Rainbow. Там, где звезды, радуг, конфетти. Мы друзья всех сильнее, с нами. Автор идеи Иджинио Страффи. Путь не скорее небесам. С песней этой ты взлетаешь над землей. Нас уже не удержать. Феи, подруги, Винкс. Мы летаем вместе, феи, подруги, Винкс. И если сильно ты веришь, если с тобой мечта, мы победим всегда. Режиссер Иджинио Страффи. Клуб Винкс. Вдохновение Сиреникса. За мной, вы двое. Аси, нас подожди. Скажи, куда мы плывем? Мы раз и навсегда разберемся с Блум и ее надоедливой сестрой Дафной. Интересно, как? Они ведь всегда побеждают нас. Это точно, сестра. Не в этот раз. Я уже все придумала. Эй, а что это там? Там то, что поможет нам уничтожить фей и вообще все домино. Правда, сегодня чудесный день? Это идеальный день для торжества. Торжество в честь возвращения Дафны. Дафна? Дафна! А, кошмар! Ты в порядке? Я все время забываю. Прошло слишком мало времени. Ты скоро привыкнешь к телесной оболочке. Спасибо, Блум. Мы как раз говорили о торжестве в твою честь. Мы пригласили все королевство. И каждого короля, королеву, принца и принцессу в волшебном измерении. И всех Винкс и специалистов. Я попросила Музу быть диджеем. Группа Винкс тоже выступит. Все это для тебя. Это будет круто! Простите, извините. Я не понимаю, что с ней происходит. Кажется, я понимаю. Я с ней поговорю. О, и что там внутри? Чудище глубин. Единственное в волшебном измерении, обладающее большей силой, чем пламя дракона. Если его разбудить, его не остановить. Айси, ты уверена, что это хорошая идея? Это гениальная идея. Мы отправим чудище по следу Дафны. Блум и Винкс уничтожат сами себя, пытаясь спасти ее. Давайте разбудим милого монстрика ото сна. Чудище глубин, я вызываю тебя! Именем силы темного Сиреникса я приказываю. Присоединяйтесь, вы двое! Именем силы темного Сиреникса! Блум, Дафна, я твоя сестра. Я люблю тебя. Скажи, что случилось? О, Блум, я не думала, что будет так тяжело. Тяжело возвращаться к жизни? Уверена, ты скоро перестанешь на все натыкаться. Дело ведь в этом, да? Я сама не своя. Не та, которой была раньше. Нет! Ты новая Дафна! Настоящая, живая Дафна! Но мне кажется, я потеряла силы. Понимаешь, я нимфа Домино. Я должна защищать это королевство и его народ. Вдруг что-то случится? Что, если я не справлюсь? У тебя все еще есть силы Сиреникса. Ты просто должна поверить в себя, и ничего не случится.
ничего, не считая веселой вечеринки в твою честь. Пошли! Скай, я так рада, что ты здесь. Мы давно с тобой не виделись. Дафна, не беспокойся, ты... Я знаю. Я скоро привыкну к телесному состоянию. Эй, ребята, смотрите! Ого. Видите? Настало время вечеринки! Потрясающе! Ого! О, прекрасно! А теперь музыка! Ого, здорово! Да, давайте повеселимся! Дафна! Ого! Ого, Дафна, твои родители очень постарались, чтобы устроить тебе вечеринку. Да, это перебор. Все будет чудесно! Будет много музыки, танцев. Многие люди хотят отпраздновать твое возвращение. Музыка? Танцы? Люди? Музыка, танцы, люди. Да! Знаешь, милая, лучше снять этот шарфик из 90-х. Тебе надо преобразиться! А теперь встречай себя новую. Но я нравлюсь себе старая. Не сопротивляйся, тебе не победить. Не понимаю, как в этом можно танцевать? Буду танцевать я? Не нервничай. Итак, это твоя левая нога. А это твоя правая нога. Муза! Я готова. О. Это здорово. Итак, Дафна, следи за мной и делай то, что делаю я. У-ху! И правая, и левая. Крути, тряси, и раз, и два. Проблема этого наряда в том, что он унылый. Тебе нужно что-нибудь другое. И раз, и два, и раз, и два. Крути, тряси. Так, это твой новый мобильный. Он запрограммирован, с выходом в интернет совместим с волшебством. А какие там приложения? Я придумала. О, Дафна, ты стала совсем другой! Они... Да здравствует король да. и королева! Можно? Отлично! Ура! Ваше Величество, дамы и господа, пожалуйста, поприветствуйте Дафну, принцессу Домино. Какая красивая! Вы посмотрите! Это моя сестра! Да, это она! Красавица! Молодец! Ура! Да! Молодец! Я так рада снова быть дома. Я бы очень хотела познакомиться со всеми вами. Принцесса Дафна! Дафна! Добро пожаловать домой! Принцесса Дафна! Принцесса, добро пожаловать. С возвращением, принцесса Дафна. Трикс. Привет, Дафна. Похоже, у вас тут вечеринка, а ты нас не пригласила. О, нет. Но мы все равно приготовили подарок. О, нет. Берегитесь! О, нет!
Чудище! Хватай Дафну! Скорее, во дворец! Бежим, ребята! Понеслась! Берегитесь! Туда, монстр! Мы сразимся с ним вместе, Дафна! Ты готова? Я не могу! Пора заняться делом! Винкс! Трансформация! Волшебница Винкс! Сиреникс! Я чувствую, как сильный огонь. Блу! Фея пламени дракона! Муза! Фея музыки! Тетна! Фея технологии! Флора! Фея природы! Я лечу и ныряю. Лейла! Фея волн! Стелла! Фея яркого солнца! Окружаем его, Винкс! Точно! О, нет! Эй, мальчики! Волна Сиреникса! Эй! Аура Сиреникса! Цветок Сиреникса! Ха! Голос Сиреникса! Свет Сиреникса! Пламя Сиреникса! Эй! Отлично! Что? О, нет! Он нападает! Нам его не остановить! У вас ничего не вышло, не так ли, Винкс? Специалисты, ко мне! Ваше Величество! Мы должны защитить Дафну. Да, да, точно! Вперед! Эй, Блум! Назад, ведьма! Папа, уводи ее в замок! Мы их удержим! Двери, помогите мне! Толкайте! Блум, Винкс, уходим! Бежим! Класс! Кошмар! Дафна, ты в порядке? Я окаменела. Я не смогла драться. Я даже не убежала. Я просто стояла. Что это за существо? А? О! И как его победить? Это чудище глубин. Его нельзя победить. Им можно только управлять. Тогда возьмем управление на себя. Только один человек может управлять чудищем глубин. Это я, нимфа Домино. Но я не могу. Я потеряла все свои силы. Мама! Я знаю, что Дафна не потеряла свои силы. Ей просто надо снова поверить в себя. Надо найти способ помочь ей. И отправить это чудовище туда, откуда оно пришло. Для этого нам самим нужна помощь. Хранительница Сиреникса, нам нужна ваша помощь. Мы все здесь, Винкс. Как мы можем вам помочь? Дело в Дафне, хранительница. Мы должны помочь ей вернуть силу Сиреникса. Ах.
Есть лишь один способ восстановить уверенность Дафны в ее силах. Вдохновение Сиреникса. Хм. Но где нам его найти? В источнике. В источнике? В озере Роколучи, где мы впервые обрели Сиреникс. Куда это они направились? Неважно, мы летим за ними. Сестры! Мы на месте, озеро Роколучи. Вон там! Источник! Как вы думаете, что такое вдохновение Сиреникса? И как оно вообще выглядит? Я не знаю, но нам надо найти его. Разделимся и будем искать. Нашли что-нибудь? Нет! О, нет! Как мне помочь Дафне? Я не знаю, что делать! Я не могу найти вдохновение! Мы здесь с тобой. Мы его найдем! Все вместе! Мы можем все! Мы феи Винкс! Кажется, я поняла. Мы и есть источник. Все вместе мы можем вдохновить Дафну. Пойдемте, поможем ей. Это вам нужна помощь. Ледяной ураган! Взрыв темноты! Темная молния! Винкс! Собираемся вместе! Сиреникс! Конвергенция! Пока! Держите! Держите! Арител, где Дафна? Я не хочу больше подвергать опасности свое королевство, своих друзей, свою семью! Чудище глубин! Я здесь! Дафна! Уходи, Блум! Это опасно! Пусть чудище заберет меня! Ни за что! Этого не случится, Дафна! Все вместе, Винкс! Ты справишься, Дафна! Да! Не бойся! Поверь в свои силы! Поверь в себя! Берегись! Нет! Нет! Блум! Помогите! Нет, Дафна, поверь в себя! Нимфа Сиреникса! Отпусти ее! Великое чудовище! Я Дафна! Нимфа Сиреникса, приказываю тебе! Возвращайся в глубины и больше не нападай на нас! Отлично справилась!
Дафна, какая же ты молодец! Это ты вдохновила меня. Ура! Вы спасли нас! Ура! Спасибо тебе! Спасибо за спасение! Дафна! Ты молодец! Спасибо, Винкс! Давай начнем плясать, веселись, руки вскинь ввысь, все за одного. Винкс, друзья, давно, только верь в свой успех, звонок твой смех, ты блестишь в ночи, как радуги лучи. Расправь крылья и лети, ведь мы одна команда, сила в нас, громадно будем феи, феи, феи. В следующей серии Дафна присоединяется к Винкс в колледже Алфеи, где она становится учителем истории волшебства. Тем временем в Облачной башне загадочная новая ученица представляет всем волшебную книгу, которая может превратить любую историю в пугающую реальность. Винкс ждет легендарное испытание. Производство Rainbow совместно с Nickelodeon и Rai Fiction. Клуб Винкс. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» в 2014 году. Производство Rainbow. Автор идеи Иджинио Страффи. Режиссер Иджинио Страффи. Клуб Винкс. Заповедник Алфеи. Последняя остановка, Алфея. Мы на месте. О, наконец-то. Я без сил. Девочки, наш шопинг в Магиксе был крайне успешным! В смысле, крайне утомительным. Мы бегали за тобой из магазина в магазин. Ты не забыла, Стелла? Все эти пакеты твои. А, и они очень тяжелые. Нам понадобится уменьшающее заклинание. Почему ты это не сделала 4 часа назад? Я не хотела лишать вас радости помочь мне. Стелла! Девочки, директриса Фарагонда будет нас ругать. Что же нам теперь делать? Расслабься. Я знаю секретный проход. Мы пройдем внутрь незаметно. Идите по моим следам. И тихо. Бегите, бегите! Готовьтесь, девочки! Что это? Выясним потом. Сначала давайте остановим. Текна, Флора, уведите!
спасите девочек. Вы со мной. Иди сюда, малыш. Тебя никто не обидит. Директриса Фарагонда. Похоже, мы вас разбудили. Мы поговорим об этом позже. Ой. Дамы, чем вы его кормили? Что ж, я так и думала. Маленький кенгурме должен есть лишь фрукты и овощи, потому что конфеты превращают его в кошмарного монстра. Вы, смотрительница заповедника Алфеи, не забывайте об этом. Что касается вас, уверена, у вас была важная причина, чтобы вернуться так поздно. В мой кабинет. Сейчас же. Я очень недовольна вами, Винкс. Вы лучшие феи в Алфее. Вы должны быть примером для всех остальных учениц. Вы правы, директриса. Этого не повторится. Я пригласила вас не только поэтому. Перед вами удивительный заповедник Алфеи. Завтра утром вы отправляетесь со мной туда. Я хочу, чтобы вы обязательно его увидели. Вы будете планировать торжество в честь его открытия. Торжество? Кто-то сказал торжество? Торжество в честь открытия. Я так взволнована. Не уверена, что смогу заснуть. А я смогу. Ура! Ура! Кико, прости, что я так поздно. Ты в порядке? А? О, бедняжка. Держи. О! До завтра, девочки. Наденьте что-нибудь спортивное. Нас ждет день на природе. Я все решу. За ночь я придумаю идеальный костюм. Подъем, Сони! Начинается модный показ. Глазам своим не верю. Поверь, Лейла, от моего шикарного дефиле у вас просто откроются рты. Не так откроются. Мы будем путешествовать по заповеднику, полному магических животных, и наш стиль должен это отражать. Божьи коровки? Серьезно? Предпочитаете что-то более хищное? Мяу! Знаешь, Стелла, нам нужно что-то более
тактичная. И сдержанная. В смысле, что-то совсем не стильное? Мы же просто туристы в заповеднике. Туристы, говоришь? Туристы это вдохновляют. Ого! Нам нравится! Закончил смеяться, Кико. Не волнуйся, для тебя тоже есть наряд. Рада видеть вас, Винкс. Мы готовы ехать. Вместе с двумя хранительницами. К вам также присоединится подруга. Рокси! Привет, девочки. Я решила, что доставить кенгурме в заповедник лучше всего поручить фее животных. Надо спешить, а то у Кико не останется морковок. Сюда отличная идея, директриса. Спасибо, Блум. Я создала это место как убежище для всех магических животных. Каждое из них – уникальное создание с особой силой или же талантом. В заповеднике есть звери, которые истреблены в своем мире, но тут они живут мирно. Защищенные от опасности. Здесь им ничто не угрожает. Какая огромная территория. Как защитить ее от нарушителей и хищников? Мы защищаем наш парк не стенами и замками. У нас есть вот это. Волшебный барьер. Пройти сюда могут только те, кто обладает волшебством феи. Добро пожаловать, девочки! Добро пожаловать в заповедник Алфеи! Что ж, я и смотрительницы обойдем заповедник с инспекцией. А вы, девочки, привыкайте. Может быть, придумаете что-нибудь для торжественного открытия парка на следующей неделе? Не волнуйтесь, с вами королева вечеринок! Это такое чудесное место!
Тут так красиво! Я хочу посвятить песню о гармонии и безмятежности всем животным, живущим здесь. Вижу в первый раз, любовь в сердце полнится, места чудеснее нет. Все рады видеть здесь тебя, здесь все живут, других любя. Здесь существа прекрасные, таких нигде не найдешь. Им всем нужна защита, врагам тут дверь закрыта. Малыш, беги и больше не попадай в неприятности. А? Интересно, что он увидел? О, Кейко, вернись! Кико, сегодня не твой день, малыш. Тихо, смотрите. Не бойся, он тебя не тронет. Это Реймор. Его так называют, потому что... Дай угадаю, потому что он роет норы. Не смешно, Кико. С тобой все в порядке, Рейнор? Он в порядке. У малыша крепкая голова. Оттуда. О, Кико, как хорошо, ты в порядке. Хищная птица – не магическое животное. Магические животные не нападают друг на друга. Надо придумать, как спасти Рейнора. Унеси Кико в безопасное место. Девочки, трансформация! Волшебница Винкс! Блу Винкс! Блу! Фея пламени дракона! Муза! Индюшка не знает, с кем связалась. По
попробуй сразиться с кем-нибудь своего размера. О! Волшебная лиановая сеть! Зря стараешься! Тебе место за решеткой! Клетка Морфикс! Я вас поймаю! Стелла, надо следовать за птицей! Солнечный луч, чтобы зажарить этого гуся. Нет, ты можешь задеть Рейнора. Эту птицу надо напугать. Вулканическая атака! Световой спектр! Рокси, она очень сильная. Что это за птица такая? Я никогда такой не видела. Простите, девочки, мы не смогли защитить Рейнора. Это очень печальные новости, девочки. Эта птица прилетела из-за границ парка. У нее были волшебные силы. Она напала на нас и легко пересекла барьер. Я проведу исследование и узнаю, что это за вид. Но почему же она украла Рейнора? Мы должны разгадать эту загадку. Профилиус, а ну иди сюда! Калшара, с возвращением домой, сестра! И я не одна, Профилиус. Смотри! О, последний Рейнор в волшебном измерении! У тебя получилось! Получилось! Не удивляйся, братец! Я всегда получаю то, что хочу! Запри его! Эй, куда ты? Секундно, и хватит! Не дай ему уйти! Хватай его! Малыш, не бойся меня, тебе никто не навредит. Не трать силы, братишка. Мерзкий зверек явно умнее тебя. Ну почему я должна все делать сама? Там ты на рун не выиграешь. Молодец, Калшара. О, нет, я только начала. А!
Этот грызун лишь первый шаг по дороге к нашему триумфу. И очень скоро вся армия магических животных подчинится мне. Валфей и Фарагонда объясняют, что все магические животные играют важную роль в волшебной вселенной. Чтобы они не попадали в плохие руки, Винкс и Рокси должны раскрыть секрет Рейноров. Поэтому директриса решает показать Винкс зал воспоминаний. Производство Rainbow. Совместно с Nickelodeon и Rai Fiction. Фильм озвучен студией СВ-дубль по заказу СТС в 2015 году. Производство Rainbow SRL. Конечно, нас ждут чудеса в облаках. Мы летим сквозь пространство и время. Сияет планета, как в сказочных снах. Мы летим по небу, Винкс. Только вместе мы сильны. Чудеса творить вольны и всегда устремлены к победе, Винкс. Мы от вас недалеко, мы подружимся легко. Не разлучит нас никто. Волшебниц. Получив ларец, Валтер становится еще более сильным. Тем временем в жизни Винкс появляется новый персонаж, загадочный Офер. Друг ли он? В последний момент. Ты видишь эту планету, Химера? Она постоянно крутится вокруг своего солнца. Сразу после свадьбы я стану солнцем короля Радиуса. И я буду единственной звездой в Солярии. И я буду лучше всех. Навсегда. Но мои голуби всегда свободно летали в небе Солярии. Успокойся. Я тоже пошла на компромисс перед этой свадьбой. Какой? Во-первых, мне пришлось организовать большую церемонию, в которой участвует вооруженная охрана. Ты помнишь, что случилось, когда мы в последний раз видели Стеллу? Мы не можем рисковать и позволять твоей ужасной дочери возвращаться во дворец. Она может все испортить. Так, так, так. Очень хорошо. Продолжайте в том же духе. Достаточно. Флора, дорогая, к идеалу приводит тренировка и дисциплина. Но это касается только тебя. Меня танцы совсем не напрягают. Неприятные новости для Стеллы. Свадьба короля Радиуса и графини Кассандры пройдет в королевском замке Солярии. Вход только по приглашениям. Сегодня король Радиус лично объявил о том, что охрана во время церемонии будет усилена, чтобы избежать нападения и вторжения незваных гостей. Незваных гостей?
Меня так еще ни разу не называли. О нет, Стелла, твой отец говорил не о тебе. Нет, обо мне. С тех пор, как отец был заколдован Кассандрой, он очень изменился. Иначе зачем бы он женился на этой ведьме? Она мерзкая, она ужасная. И у нее отвратительная прическа. Я не могу позволить, чтобы эта женщина загробастала себе моего отца и все королевство. Я должна сорвать их свадьбу. Девочки, вы мне поможете? Конечно, Стелла. Мы вернем в солярию хорошие прически. Мне нравится мороженое. В детстве я ела тонны такого. Может, поэтому ты стала такой холодной? Это плохо, Дарси. Да это я сделаю. Только не тайфун, Сторми. Дай мне легкий летний бриз. Конечно. Сторми, что ты такое делаешь? Ты хочешь сдуть сокровище, которое мы получили, обменяв на жалкого волшебника? Кого? Ты о парне из музея волшебства? Его зовут Офер. Если бы мы положились на тебя, ларец бы был не у нас. Но нам повезло. Офер, ты его знаешь? Нет никого и ничего, чего бы не знал Валтер. Нова! Слушай, что ты знаешь о свадьбе моего отца? Только то, что там будет много охраны. Странно. Для человека, который любит слухи, ты знаешь слишком мало полезной информации. На самом деле я слышала одну интересную вещь. Ходят слухи, что графиня Кассандра организовала большое шоу с кучей цирковых артистов. Фу, это давно вышло из моды, как и она сама. Там будут жонглеры, которые будут бросать горящие факелы. О, она все устроила с размахом. И танцоры, которые будут выступать в честь королевской четы. Что ты задумала? Я хочу пробраться на вечеринку и не позволить моему отцу, нашему королю, жениться на графине Кассандре. Эй, девочки, а почему бы нам не проникнуть туда в группе танцоров? Все это не годится. Танцевать умеем только мы с тобой. Остальные безнадежны. Они тут же раскусят обман. Да. Тогда будем жонглерами. Я умею это делать. Посмотри. Блум, они будут жонглировать огнем, а в нашем случае это слишком рискованно. Эй, у меня есть для вас идеальная маскировка. Перестань, Стелла. Идея новая не такая уж и плохая. Блум права. Посмотри, Текна. Мы будем изображать вот этих летающих мотоциклистов. Ага. Нет, я такого никогда не сделаю. Что ж, вам придется потренироваться. Но я уверен, когда вы будете готовы, никто не заметит разницы. Точно. Стелла, не волнуйся. Нам не обязательно становиться профессионалами. На самом деле, мы не будем выступать. Нам нужно пройти мимо охраны и попасть во дворец. А когда мы будем внутри, мы тут же вступим в бой. И тут уж мы будем непобедимы. Верно? Хорошо. А что с этим? Что это? Такие костюмы, как этот, мотоциклисты наденут на свое выступление. Нова нашла их мне. Знаете, влезать в эти костюмы будет самой трудной частью нашей миссии. Стелла, ты в порядке? Я просто волнуюсь за своего отца. Хочешь? Эй, поздравляю, Лейла. У тебя уже получается. Для кого-то, кто в детстве играл в куклы. От кукол до мотоциклов. Значит, ты похожа на Ривена. У тебя все получается. Муза, я же сказал, что я прошу прощения. Может, вернемся к нашим тренировкам? Не бойся, Блум, я здесь с тобой. О, да, теперь ты поняла, правильно? Конечно. О! Не волнуйся, Тимми, у меня отлично развит глазомер. Что-то не так с мотоциклом. Невозможно, я проверил его перед отъездом. Я говорю тебе, эта штука сломана. Да, ты была за рулем летающего мотоцикла, да? Дело не в этом.
Меня волнует, что он не поверил мне и усомнился в моих словах. Как можно встречаться с тем, кто тебе не доверяет? Это просто. Не встречайся. Прости, Муза, я не хотела. Нет, Лейла, ты права. Спасибо тебе. Я рада, что я могу с кем-то об этом поговорить. Ты ничего не понимаешь в девушках, да, Ривен? Посмотрите, кто бы говорил. Эх, на столе ждала, пока ты ей признаешься. Да, ты прав, но девочки, они странные. Невозможно понять их, да? Это так... просто, Тим. Они противоположны нам во всем. Боже мой. Смотрите. Эй, отдай обратно. Единственный парень, который понимает девушек, это Гелия. Послушайте. Перестань. Твое присутствие говорит тихо по сравнению с твоим отцом. Замолчите, хотите разбудить школу? Ривен, это единственный, кого надо разбудить. Продолжай вести себя как придурок, и ты потеряешь Музу навсегда. Прости, мы разные. Например, с мальчиком ты никогда так не поговоришь. Понимаешь? Они просто начнут глупо шутить. Они большие дети. Она такая хорошенькая. Не такая хорошенькая, как Офер. И почему ты говоришь об Офере? Без комментариев. И как ты знаешь, я уже обещана тому, кого я не люблю. Ох, пора спать. Завтра нас ждет непростой день. Эй, закройте дурацкие занавески. Вы должны сделать так, чтобы мои волосы блестели как шелк, а моя кожа светилась ярче солнца. Вам ясно? Это важный день. А вот это? Да. Или это? Мне понравился первый. Нет, слишком блестящий. А что плохого в блестящем? Думаю, им хочется надеть что-то более стильное. Ребята, я сдаюсь. Это лучший магазин в Магиксе. Эй, вы! Что вы тут делаете? Мы ходим по магазинам так же, как и вы. Когда у моей проблема, я всегда готова ей помочь. Фил, мой компьютер говорит, что у нас две проблемы. Первая с костюмами. А какая вторая, Ривен? Его сердце закрыто и заблокировано, да? Батута, батута, батута. Девочки, готовы? За работу! Теперь вы крутые байкеры. Вы готовы? Значит, теперь вам парни не нужны, да? Стандартная шутка. А у парней случайно нет для нас мотоциклетных костюмов? Нет, на самом деле у нас для вас подарки. Вот, вот. Ой. Что там? Брэндон, что это? Сейчас угадаю. Бриллиант? Нет, глупо. Только если это самый большой бриллиант в мире. Наши костюмы! Они прекрасные! Спасибо, милый. Для меня это дороже бриллианта, потому что это поможет спасти моего отца. Этот стиль кажется мне знакомым. Вам случайно не помогали маленькие помощницы? Извини, это профессиональный секрет. Я бы предпочел другой цвет, но... В твоем мотоцикле была проблема. Вот она. Вот он, грузовик, который перевозит летающих мотоциклистов. Он направляется к боковому входу. Тимми, ребята, выходите. Удачи вам!
Так, на, грузовик остановился у первого пункта. Ребята, нападайте, как будете готовы. Мы разберемся с охраной, а вы разберитесь с байкерами. Хорошо. Так, я думал, это просто название. Но эти парни правда умеют летать. Давайте попытаемся опустить их на землю. Не делайте им больно, хорошо? Быстрее, ребята, уходим отсюда. Они сбегают. Эй! Это ловушка. Уходим, уходим, уходим! Лейла Энчантикс! Теперь мы поедем на их летающих мотоциклах. Так будет проще пройти оставшиеся кордоны. Не волнуйтесь, ребята, мы вернем ваши байки позже. Извините, что нам пришлось это сделать, но спасибо за то, что одолжили их. Наверное, вы знаменитые летающие мотоциклисты. Мы очень ждем вашего выступления. Я церемониймейстер. Пожалуйста, пройдите сюда. Это будет незабываемый свадебный пир. Если вы хотите немного разогреться перед выступлением, давайте. Мне интересно узнать, правда ли вы так хороши, как говорят. Хорошо. Дамы и господа, гости и друзья, жители Солярии, мы собрались здесь, чтобы заключить союз короля Радиуса и графини Кассандры. Извините, девочки, но я не могу на это смотреть! Эй, куда это вы? В нашем великом королевстве скоро появится новая королева. Забудь об этом, Кассандра! Пока я жива, ты никогда не станешь королевой Солярии, ясно? Винкс! Ты права, Лейла. Мой отец заколдован Валтером. У него на шее его знак. Не волнуйся, папа, я спасу тебя. Люди Солярии, эта женщина заколдовала моего отца, вашего короля. Это неправда, она врет! И чтобы доказать это... Прости, папочка. Видите? Знак Валтера, темного мага, который пытается захватить всю волшебную вселенную. Графиня Кассандра, его сообщница. Как думаешь, это правда? Думаю, что правда, а как же? Это же не сказка. Потому что она испорченная и завистливая девица. Вот почему. Я вижу, ты уже заняла мое местечко, Химера. Но боюсь, тебе придется убраться отсюда вместе с твоим скипетром. Схватить ее! Пора превращаться! Энчантикс! Волшебная пыль! Максимум силы! Энчантикс! Силы внутри меня! Сильная, смелая! Чудесно! Волшебно! Загадка! Энчантикс! Чудесная фея! Химера, попытайся их остановить, а я закончу свадьбу. Пожените нас немедленно. Ну, Ваше Величество, вы уверены, что хотите это сделать? Я не знаю. Стелла права, король Радиус заколдован. Тогда остановить Кассандру. Ребята, вы опоздали. Стелла, твой отец.
отец! Кто же задержит охрану? Иди, мы с ними справимся! А! Ты не пройдешь мимо меня! Да, конечно! А-а-а! Это было просто! Куда ты меня ведешь? Оставь меня! Папа! Прости, папочка тебя не слышит! Все, мне надоело! Взрыв солнечной энергии! На будущее, чтобы быть принцессой, одного скипетра мало. О, нет. Папа! Все кончено, Кассандра. Ты проиграла. Папа, не бойся. Это я, Стелла. Стелла. Я твоя дочь. Ты не помнишь меня? Когда я была маленькой, ты везде водил меня за ручку. Вот так, помнишь? Я Какое знаю. Ужасное заклинание. Я не дам им украсть воспоминания. Волшебные пыльца! О, милая, прости! Я как будто жил в кошмаре. Я знаю, что это ты. Я хотел проснуться, но что бы я ни делал, я не мог. Это Кассандра, это свадьба, это... Все в порядке. Главное, что мы теперь вместе, ты и я. Стелла, у тебя получилось. Мы освободили моего отца от заклинания Валтера. Стелла рассказала мне о том, что вы сделали для меня и для моего королевства. Я вам благодарен очень. Ради подруги мы готовы на все. Это еще не конец, фея солнца и луны. Если ты такая смелая, освободи меня, и мы будем драться. Химера, хотя бы раз в жизни заткнись. Охрана, заберите этих двух предательниц. Они предстанут пред судом. Да здравствует король Ратус! Ура! Да здравствует! Спасибо, вы очень добры. Она все та же Стелла. Папа? Что ты тут делаешь один? Голуби солярии, я вернул им свободу. Как красиво! Посмотрите, как они летят в небе! Они так счастливы! Однажды ты найдешь своих родителей, Блум. То, что случилось сегодня, доказывает, что силу Валтера можно переломить. Я очень надеюсь. Голографическая карта показывает серьезные передвижения. Наверное, это голуби. Посмотри, как красиво, Текна! Нет, это не голуби. Это вон те ребята. Думаю, нам надо уходить. Следуйте за голубями, я прикрою вас. В следующей серии «Школы волшебниц» впервые спасителями волшебного измерения будут не шесть фей, а пикси. Но смогут ли они при их размерах остановить трех озлобленных ведьм? Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» в 2008 году. Ты в клубе «Винкс» и победа ждет. Вместе мы сильны, как радостно творить чудеса. Крылья прозрачные раскрой, в путь отправляйся, забудь покой. Самые дерзкие планы исполнишь ты. Много тайных историй ждут впереди. Как волна ты так сильна, и сердца друзей навсегда. Ты в клубе «Винкс», значит, ты звезда. Путь твой освещен, лучи ведут тебя. Ты в клубе «Винкс», это хорошо. Друг не подведет, и душа поет. Волшебные сказки верим мы, чудесные феи вместе в клубе «Винкс». К вам спешим, мы летим, яркий свет. Производство «Рейнбоу». Там, где звезды радуг конфетти, мы друзья всех сильнее.
Автор идеи Иджинио Страффи. Режиссер Иджинио Страффи. Мы рядом с тобой, волшебные Винкс. Клуб Винкс. Чтобы вернуть корону, Стелла погналась за Дарси в мир Легендариума, где она оказалась в ловушке в загадочном лабиринте. Там Дарси превращается в зловещую Ариадну. Ее силы приумножены благодаря Легендариуму, и Стелле очень сложно выбраться из лабиринта. Большой праздник Стеллы. О, мисс Будущая Королева, похоже, кто-то еще хочет твою корону. Солнечный поток! Дурацкие рога! Касается тебя, бык переросток. Ты связался не с той королевой. Ха! Серьезно? Это все, на что ты способна? Ты еще ничего не видела. Нет смысла прятаться. Я найду тебя! Не забудь, королева! Будешь долго гулять, застрянешь в мире Легендариума навсегда! Поймай меня, если сможешь! Ты попалась! Язык проглотила! Удачи с выходом из лабиринта! Пока, фея! Что? Куда мне лететь? О, если бы Винкс были со мной! Я была с ними так груба! О чем я думала? Я знала, что ты одумаешься. Фея крестная. Даже когда ситуация запутывается, всегда можно распутать узел. Что вы сказали? Это простая метафора, моя дорогая. Возьми вот этот клубок. Взяла? И теперь что? Просто следуй за нитью, Стелла. Спасибо, фея крестная. У тебя получится. А, я поняла. Распутать узел. Какое облегчение! Я дошла! Вы здесь в гостях, но вы злоупотребили гостеприимством. О, но нам так весело!
Просыпайтесь, поднимайтесь! Делала бы это много часов! Готовьтесь, Винкс! Я! Хватит! Солярии следует пересмотреть эту традицию с королевой на день. Если бы охранники помогли нам. Морфикс мегасеть! Пора сдаваться, ведьмы! В этот раз вам не победить! Это не конец, Винкс! Что это было? Похоже, это прикрытие! Они исчезли! Держитесь, Ваше Величество! Вы спасли нас, Винкс, спасибо! Теперь надо найти королеву Стеллу! Осторожно, Брэндон! Я могу помочь! Или нет? Девочки, смотрите! Брэндон! О, Брэндон! Мне очень-очень жаль! Стой, Стелла! Ты сегодня была целый день не в себе. Это не я, это зеркало. Это была ты, Стелла. Скажу честно, мне не нравится то, какой ты стала. Брэндон! Я... Даже королевам не все сходит с рук. Что? Брэндон! Я даже не хочу быть королевой! Похоже, она там. Я посмотрю. Брэндон, что происходит? Спроси у Ее Величества. Он был так расстроен. Дай Брэндону время, Стелла. Значит, мои родители тоже мной недовольны. Вроде того. Они поймут. Тут же явные следы колдовства. Быть королевой сложнее, чем я думала. Мне кажется, секрет в том, чтобы общаться с людьми на равных. Мне надо найти способ извиниться перед ними, особенно перед Брэндоном. Я так ужасно с ним поступила. Не беспокойся, Стелла, мы тебе поможем. И мы с вами! Спасибо, Винкс. Вы моя главная опора. Надеюсь, и Брэндон тоже. Мы справимся! Тебе нужны новые движения. О! Приятный весенний аромат. Удачное освещение. И извинения от всего сердца. Поступим правильно. Устроим праздник. Не только для Брэндона, но для всего королевского двора. Я займусь едой. Давайте праздновать, друзья, этот новый день. Друг без друга нам нельзя, вместе веселей. А если загрузишь, улыбайся. Всюду музыка звучит, развлекайся. От проблем немного надо нам отдать. Может, сделаем покрупнее? Точно! Мое легендарное заклинание для роста теста! Ау!
Его не напрасно зовут легендарным. Посмотрите, кто пришел. Богиня Ариадна вернулась. Молодец, сестренка. Удачно разрушила план. Еще не конец. Стелла пока официальная королева. Ну что ж, тогда чего мы ждем? Нападем еще раз. Сейчас самое время. Пока они играют на кухне. Трикс, я придумала. Соус почти готов. А вот и тесто. И нарезанные овощи. Вы такие молодцы, девочки. Не знаю, как вас облагодарить. Начни с того, что помоги нам. Я готова, Блум. Ой, Стелла, тебя не учили не бегать на кухне? Прости. Итак, чтобы сделать хорошее тесто для пиццы... Я запоминаю. Ясно. Просто кто-то сильно взволнован. Ой, здравствуйте, прошу, входите. Что тут происходит? Продолжай, Стелла, у тебя отлично выходит. Что? Как? Кто сказал, что королева не запачкает рук? Да. О, обожаю праздники, Черри! Ты сделала лимонад? Да, вот он! Я помогу! Ай! О, тут очень красиво. Только когда прибудут гости. Нам нужна всего минута. Я же уже сказал, я не хочу сейчас видеть Стеллу. А? Замечательно. Теперь ты рад, что зашел? Замечательно. Добро пожаловать. Дорогие гости, пожалуйста, наслаждайтесь этим ужином в знак моей благодарности и уважения к вам. Спасибо. Держите. Кто хочет пиццы? Бери, пока горячее. Стелла, а? Напитки. Хорошо, она еще горячая. Возможно, это не романтический ужин, но я сделала эту пиццу своими руками. Для тебя. Я признаюсь, я рад видеть прежнюю Стеллу. Прости меня, Брэндон. Я ужасно вела себя с тобой. Теперь я понимаю, что в душе мы все короли. И каждый заслуживает равного отношения. Вот оно. Я нашла идеальное развлечение для праздника Стеллы. Очень прожорливый гость. Легендариум. Гаргантюа. Жадный великан. Иди, попируй на празднике фей. И проглоти все. Горячая пицца прямо из печи. Не может быть. Нет. Кто это? Не знаю. Что это? Берегись! Какой ужас! Ой-ой-ой! Защитите детей! Спасайте! Не подавитесь!
Я не понимаю! Как этот зверь попал в мой дворец? Откуда он взялся? Что он тут делает? Что ему надо? Он отвратительный! Что он хочет от нас? Откуда он взялся? Безобразие. Охрана! Защитите гостей и моих родителей! А что касается этого обжоры, оставьте его нам! Дафна, нимфа Сиреникса! Волшебница Винкс, Блумикс! Займусь. Мамочка! Луч чистого света! Почему на него не действует наше волшебство? Похоже, прямая атака не испугала его. Гаргантюа – легендарное существо, чья единственная цель – поедать все, что вокруг него. Надо остановить его! Успокойся, Стелла! Сначала нужен план! Наш идеальный праздник испорчен! А я еще даже не подала огромный торт! Точно! У меня есть отличная идея! Шоколадный! С ягодами! Жженым сахаром! С клубникой! Следуй за мной, там много кексов. Пошли, там такого очень много. Кошмар. Винкс, поверьте, они справятся. Молодцы, Пикси, вы почти на месте. Еще немного. Готовьтесь. Он идет. Представляем! Гигантский торт для твоего нечеловеческого аппетита! Все помнят заклинание Коры для того, чтобы тесто подошло? Но жаль, что наш идеальный ужин окончательно испорчен. В следующий раз усилим охрану праздников. И в своем последнем слове в качестве королевы я хочу извиниться перед вами и поблагодарить своих родителей, Брэндона и друзей за их поддержку. Мама, папа, я понимаю, что быть королевой – это серьезная работа, которая требует терпения, сдержанности и много любви. Спасибо, что дали мне шанс. Ура! 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 Так здорово! Спасибо, Солярия!
Пойдемте, друзья, за мной! Стелла, мне жаль, что твой день с Брэндоном испорчен. Ты не виновата, что на праздник пришел очень невоспитанный гость. У меня есть отличная идея. И Блум не сказала, что это за идея? Она и все Винкс что-то задумали. Но я не знаю, что именно. В приглашении сказано прийти сюда. Добро пожаловать. О, Блум! Это выглядит чудесно. Следуйте за мной к своему столику. Я проанализировала лучшие пиццы Блум на основе вкуса, текстуры, ингредиентов. И я разработала 156 разных вариантов. Мы возьмем пиццу от шеф-повара. Спасибо, Текна. С годовщиной, Брэндон. С годовщиной. Знаете, несмотря на то, что случилось, честно признаюсь, умираю от голода. Я тоже. Давайте есть. В следующей серии Винкс думают, как сделать облачную башню снова видимой. Они отправляются на Зенит, чтобы найти спектрографический локализатор, прибор, который поможет феям выяснить, где прячутся ведьмы. Там же Текна представляет стеснительного Тимми своим родителям. Производство Rainbow. Совместно с Nickelodeon и Rai Fiction. Клуб Винкс. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» в 2014 году.